Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Вошли в тройку лучших в России. Пермские футболистки завершили выступление на первенстве страны среди девушек не старше 19 лет. Сборная Приками успешно преодолела групповой раунд, а затем в стыковых матчах добралась до полуфинала. Итогом выступления стало третье место, а в финале москвички обыграли команду Кемеровской области. Помимо бронзы за командный успех, индивидуальный приз получила Ксения Кулинич. Ее признали лучшим игроком обороны на турнире. А Екатерину Каргапольцеву назвали самым полезным игроком в составе пермской сборной. Если в футболе сейчас полно событий на самом разном уровне, от любительских турниров до чемпионата мира, то хоккеисты только начинают готовиться к новому сезону. Стартовал первый тренировочный сбор «Молота Приками». Команда закладывает фундамент физической подготовки в Чайковском на базе спорткомплекса «Снежинка». Тренерский штаб пока работает с 29 игроками, среди них есть и новички. Кроме того, стало известно, что и команду наставников пополнил новый специалист – Вячеслав Долишня. Ранее он работал в командах «Дмитров», «Русские Витязи» и «Сокол». Ну а пермские регбисты готовятся провести матч чемпионата страны среди команд высшей лиги. «Витязь» сыграет дома. Соперником будет клуб столичного региона «Зеленоград». В первой игре, которая прошла на выезде, наши регбисты выступили 7-46. Отмечу, что во втором по силе дивизионе в этом сезоне играют 10 команд. Они разбиты на две группы. Лучшие по итогам предварительного этапа выйдут в раунд плей-офф. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.